Всем огромный привет, магазин IKEA. Мы находимся с вами в детском отделе. Посмотрели мебель, систему хранения. Теперь предлагаю посмотреть игрушки. Игрушки обновляются, может, не так часто, как хотелось бы, но обновление все-таки происходит. Обновление, дополнение. И кто не знаком с продукцией IKEA вообще, предлагаю посмотреть. Может, какие-то игрушки вам приглянутся. И если вы заказываете через закупщиков, то можете смело заказывать. О, если понравится. Что-то тут зависло. Я не помню, это у нас были тоже такие, или у нас более более светлые были. Человечки прикольны тем, что они разбираются, и можно вообще скомбинировать по-разному. И шляпки менять, и мордочки, и трички менять еще. То есть тоже и фантазия, и моторика, и все на свете. Что-то, мне кажется, у нас немножко другая серия была. Вот они, кстати, да, это Лилабы, но они меняют. Название остается, смысл остается, поменять какую-то детальку. Я думаю, так было, не так было. Все-таки покупали давненько. А кукольная мебель, спальня 900 рублей. Достаточно давно представлено. Заметили, это уменьшенные копии тех вот серий моделей мебели, которые представляются или представлялись когда-то в IKEA. Ну, это, например, кроватка, которая растет вместе с ребенком. Стульчики, классика жанра. Стулом. Вот это кресло, это все узнали. Я уж по названию не помню, но оно точно было гвоздем программы несколько сезонов подряд. Железная дорога расширилась. Если в самом начале это была всего лишь одна коробка, ну, там определенный метраж был, то сейчас это целое дорогище, если можно так сказать. Переезды и тоннели. Смотрю, экран там. И дополнили сами паровозики и знаки. В общем, расширилось прилично, можно собрать и играть, да, просто не знаю, безумие. Хотя вот детки сейчас как-то быстро перегорают, может быть, из-за как раз-таки вот этого изобилия игрушек, что их так много. Раньше так железная дорога всегда манила, что она на весь день могла затянуть. Хотя же сейчас посоставляют, там поиграют, и как-то она немножко уже в стороне. Модели. Собрать можно. Да, это тоже серия Лилабы. Собрать можно сами паровозики 300 рублей, там 400 рублей, 700 рублей. Я прям так все-таки не посчитаю, потому что тут даже вот просто поворотный круг 200 рублей уже за отдельную стоимость, да, идет. Вот такие вот наборы 2000 рублей стоит. И вот так считаем и примерно насобираем. Посмотрим быстренько ассортимент. Если что-то вас заинтересовало, я не остановилась, пишите в комментариях. Попробую вернуться и все это посмотреть. Вот, 50 предметов 1300. Написано, что это. Кстати, классное дерево, хорошо обработано. Никаких занос точно не будет, все стык в стык, по крайней мере, у нас проблем никогда не было. Так, это уже другое, тоже головоломка, 500 рублей, уже другая серия, мула. Да, железная дорога, видимо, здесь закончилась. Мула тоже включает в себя много... Помощник прибежал. Много... Все, Аленка сбила предметов. Головоломка новинка, пирамида 500 рублей, поменяли расцветку, тоже давно уже представлено, сортеры в виде домиков, лабиринт, цвет поменяли, тоже давно представлен, вот еще 700 рублей. Детская мебель, можно протестировать. Палатка бусая по 700 рублей, проходик. Тоже давно очень представлено. Проходик этот называется-то не проход, а игровой туннель, тоже бусом, 1200 рублей. Все, оно прикрепляется. Можно вообще замкнуть систему, пустить туда детей и пусть там себе бегают, наслаждаются. Круглый стол. Мамут синий, 2300. Детский стул, ну, устойчиво, кстати, 700 рублей в разных цветах. Кухню отдельно ей было посвящено уже немало слов.
поэтому, вы знаете, просто что она есть, и мне кажется, он долго еще будет представлена. Возможно, что-то дополнят, так как все-таки уже достаточное количество лет она в таком виде представлена, в 7500, ой. Чем тут дополнят? Вот этот домик два в одном, можно использовать как домик кукольный 2700, так и потом в качестве полки. Ну, можно сказать тоже, что растет вместе с ребенком. Пока здесь устроить комнатки, потом составить тетрадки, книжки и так далее. Также в детском игровом сегменте очень много посуды, и это просто, не знаю, какой-то кайф, что ли. Смотрите, это мелкая копия. Всегда мне они прям притягивают, но цены, конечно, не такие, как хотелось бы. Кстати, это, да, 300 рублей, а вот касса 800 рублей, 900 даже получается, вот касса явно завышена, потому что здесь ничего нет, тут просто нет ни денег, ни карточек, просто, грубо говоря, калькулятор, где можно вытащить под деньги место и все. Вот. Сама касса открывается, закрывается и считаешь все минимум набором. Ну и по посудке пробежимся. Все, мини-копия. Кружечки, кстати, не все, это стекло, это фарфор. Так что оно разобьется. Нет, керамика. Тяжелая керамика. Разноцветная. Кастрюльки, тут еще такие наборы. Далее овощи. Овощи уже мягкие. Кексы 400 рублей за 4 штуки. Все продается в таких комплектах. Что ж такое, не достается, но в общем вот в таких вот. Так, тут мягкой корзинки, здесь овощи. Мамут табуретки. Тоже устойчивые. Еще своих ножек мамут. Крылья. Здесь сезонно для деток, можно все протестировать, если поедете с своими малышами. Они здесь точно зависнут. Здесь можно трогать все. Табурет для ног, 1300 настойчивый, кресло-качалка. Поэтому, если вы сомневаетесь при выборе того или иного предмета, покажите малышу, он протестирует и скажет, надо или нет. Хотя, когда они сюда попадают, им надо все. 5000. Еще в таком голубом цвете он был. Смотрите, какой-то белый, совсем уже заморали. И в космос управлять. Молодоска Мольберт. Здесь в розовом цвете. 1800 рублей. Начиналось все с обычного хвойного дерева. Теперь эти зеленый, розовый. Тоже можно посоветовать от души. А вот, по крайней мере, у нас эта поверхность уже сколько лет? 6 получается, да? Она не стирается. Вот, и очень хорошо меламиновыми губками все ее вычищать. И снова можно пользоваться. С другой стороны, фломастеры. Или бумагу, если покупать, перекидывать и бумагу рисовать на бумаге. Так, ну тут еще детская мебель. Палисад, стол, который можно хорошо регулировать правильно для осанки. 6500. Из дерева комбинация, вот этот сундвик, смотрели сами шкаф, теперь это стул, и есть еще кровать, 2500, серый цвет, к нему же стульчик 1300. Есть более такая лайт-версия, стол, табурет, пластмасса легкая, 999 рублей, на складе ряд мест, они переносятся вообще легко. И размеры вот такие, а табурет 400 рублей, тоже разноцветное все. Забурила все стулья. Вот, кстати, эти лабиринты. Счеты. Счеты, кстати, 800 рублей, тоже серия Мула. Мамут. Ящик на колесах. 379. И шатры. Только что там Аленка.
Ленка. Девочка. Не видно, сетка, все сливается. Такой шатер, палатка, 1300 рублей. У детей появляется собственный дом. О, лучше вот этот вот дом. Тут есть и дверка, и окошки. Дом на колесах 2500. Палатка, фургон. А на этой веселой ноте разрешите покланяться, откланяться, пока Аленка не свались, блин. Попрощаться, в общем. Всем желаю приятного просмотра. До новых встреч и пока-пока.